Дополнительное или непрерывное образование уже давно стало тенденцией 21 века. Абсолютное большинство работодателей требует от своих сотрудников постоянно совершенствовать свои навыки и получать новые знания. Всем этим вопросам был посвящен круглый стол, который прошел в Тверском государственном университете. Это уже не первый круглый стол, проходящий в ТВГУ, на тему дополнительного образования. Ведь речь идет о самых разных профессиях и специальностях. Поэтому среди участников данного разговора были не только руководители вуза и целого ряда факультетов, но и представители органов власти, а также прокуратуры. Главная цель – совместно выработать пул наиболее востребованных специальностей. Попробовать как раз вузам и органам государственной власти и предприятиям реального сектора сформировать вот этот топ. И для того, чтобы это было не просто модно, но еще и эффективно с точки зрения последующего трудоустройства, с точки зрения конкурентоспособности как каждого конкретного человека, так и региона в целом. Современные тенденции таковы, что помимо основной профессии, человек должен обладать и другими навыками. Иногда это выясняется уже когда человек закончил вуз и начал работать. Например, если я филолог, то я с удовольствием поучилась на образовательной программе управления персоналом. А вдруг я буду работать руководителем, и тогда как управлять персоналом мне просто жизненно необходимо. Сейчас очень важно знание иностранных языков. Получить, например, знание испанского, английского, французского, немецкого языков и многих других можно, обучаясь у нас в университете. То есть еще по ходу обучения студентам предоставят возможность получать дополнительные знания. Планируется, что к каждой обязательной образовательной программе будет прилагаться еще одна факультативная. Со студентами уже работаем и постоянно, плотно работаем. Задача сейчас стоит 100% охват, полный охват студенчества. Я думаю, что мы к началу следующего учебного года, то есть к осени 2021 года, должны решить эту задачу. При этом предполагается, что возможность получить дополнительные знания или вообще переобучиться будет предоставлена не только студентам Тверского госуниверситета, но и всем желающим, вне зависимости от возраста. В данный момент в вузе разрабатывается конкретный механизм, который воплотит в жизнь всем известную истину. Учиться никогда не поздно.